На прошлом концерте первый раз исполнил в этом зале. Вот и она придумана-то давно, но как-то вот я считал, что она такая не особо интересная. А тут что-то спел, и людям понравилось, и меня попросили еще, и я ее решил включить в программу этого концерта. Она тоже не авиационная. Наши все цветы давно завяли, куда-то вдаль уплыли корабли. А то, что прежде мы любовью звали, теперь своей ошибкой нарекли. А то, что прежде мы любовью звали, теперь своей ошибкой нарекли. Ничего как будто не случилось, но только гаснет вдруг сияние глаз. А почему любви не получилось, придумать сможет кто-нибудь за нас. А почему любви не получилось, пускай решает кто-нибудь без нас. Расстанемся легко и без печали, пусть за спиною что-то говорят. А мы с тобой случайно повстречались, но разве в этом кто-то виноват? А мы с тобой случайно повстречались, но разве в этом кто-то виноват? Наши все цветы давно завяли, куда-то вдаль уплыли корабли. А то, что прежде мы любовью звали, теперь своей ошибкой нарекли. А то, что прежде мы любовью звали, теперь своей ошибкой нарекли. Спасибо. Знаете, вот я понимаю, что здесь, в общем, кафе, ресторан, и люди пришли не только меня послушать, но и пообщаться между собой. Но все-таки я прошу немножко тише. Тут я смотрю, что с одних столиков на другие оглядываются. Ну, вы меня извините, конечно, по возможности, да? Значит, следующая песня опять-таки про... У нас через неделю, да, это День Святого Валентина. То есть опять про февраль. Ну, то есть эту песню вот, в феврале не спеть просто преступление, да? Знаете, я как-то ее спел в Алма-Ате на концерте. Вот, и там одна девушка, вот, ей эта песня очень понравилась, но вот про то, что... Проводница отморозила ресницы, ее просто вот восхитила. Она повторила, наверное, раз 15. Она говорит, ну как вот можно было так здорово придумать? Вот, я не знаю. День святого Валентина, утро грустная картина. На перроне задубевший самолет. Он не хочет запускаться, есть возможность задолбаться. И уже вспотел дрожать второй пилот. Он не хочет запускаться, есть возможность задолбаться. И уже вспотел дрожать второй пилот. День святого Валентина, вся промерзшая кабина. -30 за бортом и на борту. И девчонки-проводницы отморозили ресницы и забыли про любовь и красоту. И девчонки-проводницы отморозили ресницы и забыли про любовь и красоту. Вот ведь вышла незадача, чей-то происк не иначе. Что за гад придумал эту маяту? В Нижнем Новгороде, в Горьком, где какие-то там зорьки, замерзает на перроне лайнер Тум. Та-дай, та-дай.
Та-д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 а-
На зуб зуб не попадает, организм вовсю страдает, и, похоже, назревает АРВИ. И как-то даже неспортивно в день Святого Валентина подхватить чего-нибудь не от любви. Ну, согласитесь, неспортивно в день Святого Валентина подхватить чего-нибудь не от любви. От такого охлаждения штурман тоже впал в смятение, и в глазах недоумение, мол, как понять, что в день Святого Валентина замерзаем коллективно, вместо того, чтоб с кем-нибудь не замерзать. В день Святого Валентина замерзаем коллективно, вместо того, чтоб алкоголь употреблять. В день Святого Валентина надо женщине мужчину, и мужчине тоже женщина нужна. А я, наверное, не мужчина, ведь в день Святого Валентина нужно мне взлететь и больше не рожна. А я сегодня не мужчина, ведь в день Святого Валентина я взлететь хочу и больше никого. Наконец, в восьмой попытке, разогревшись от избытка непристойных выражений, захотел наш кормилец запуститься и со Стригина проститься, и в Москву на Домодедово взлетел. Наш кормилец запустился, с горьким городом простился, и в Москву на Домодедово взлетел. Когда я домой приеду в понедельник, а не в среду, то жена меня обнимет, и тогда спросим, где ты был, скотина, день Святого Валентина, и, наверное, не поверит, как всегда. Спасибо. Ну вот, кстати, о жене, следующая песня посвящается ей. Я лечу к тебе. Вышло часто нам с тобой расставаться, и тебе одной подолгу оставаться. Когда я опять куда-то улетаю, вышло над землею мне по всей земле мотаться, покидать тебя и снова возвращаться, ожидать тебя подолгу заставляя. Белым, белым крестиком по небу снова мы рисуем наш маршрут, делим шар земной на был, не был, были, не были. Снова вдаль зовут, снова вдаль зовут. Странствий не всегда попутный ветер, и не только море с пальмами нам светит. Попадали мы в шторма и снегопады. Знаешь, интересных очень много мест на свете, но люблю я, помотавшись по планете, оказаться снова вдруг с тобою рядом. Белым, белым крестиком по небу снова мы рисуем наш маршрут, делим шар земной на был и не был, были, не был. Снова вдаль зовут, а если к небу голову поднимешь прямо над собою в вышине, белую полоску ты увидишь, и, конечно, вспомнишь обо мне, вспомнишь обо мне. Крылья не растут у нас, конечно, за плечами, но мне кажется, что вовсе не случайно нам
даны с тобою крылья, и замечу крылья, сколько раз они с тобой нас разлучали, чтобы через ожидания и печали вновь и вновь нести меня к тебе навстречу. Белым, белым крестиком по небу снова мы рисуем наш маршрут, делим шар земной на был и не был, были небы, снова вдаль зову. А если к небу голову поднимешь, где-то выше стаи голубей, белую полоску ты увидишь, это снова я лечу к тебе, я лечу к тебе. Не только бортпроводникам, но еще и бортпитанию. А знаете, вот когда в Сочи летели, вот, буквально 5 дней назад, я был просто ошеломлен. Нам в компании Seven Airline на питание предложили рыбу с овощами, вернее, рыбу с макаронами или пареные овощи. Курицы не было, это что-то случилось, это все. Вот такое представить просто было невозможно за несколько лет. Что-то в мире происходит. Вот теперь вот получается, что я буду петь неправду. В серебристом лагере гомон оживление. Все откинув столики, с нетерпением ждут. Девочки в передничках, с грацией в движениях, пассажирам курочку снова раздают. Сразу забывается грусть и невезение, и куда девалась вдруг прежняя тоска. Сразу поднимается наше настроение, и ярче светит солнышко, и краше облака. Вовремя дальняя дорожка. Надо бы и летчикам пожевать чуть-чуть. Командир с механиком очень любят ножки, а второй особенно уважает грудь. Кто сказал, что курица будто бы не птица? Не согласен буду с ним, он ей-богу врет. Как цыган без лошади, как Милан без пиццы, так без курицы наш Аэрофлот. Несомненно, курица необыкновенная и неповторимая птица наших дней. В бортовом питании вечно неизменная, как звезда в измученной, эх, в душе моей. Как звезда в измученной, эх, в душе моей. И могу заверить вас, железобетонная, завтра так же, как вчера и позавчера, будет она самая авиационная, и в эмблеме нашей ей быть давно пора, и в эмблеме нашей ей быть давно пора.
серебристом лагере гомон оживления. Сядки, но в столики с нетерпением ждут девочки в передничках с грацией движения. Это объединение снова раздает, это объединение снова раздает. В фильме «Мимино», да? Арчил, я сам не знал, клянусь честью, но подобно. А сейчас будет премьера песни. Знаете, тут меня уговорили наконец-то попробовать себя в прозе. Вот я недавно написал текст, да, то есть он как рассказ не идет, ну, можно это еще назвать эссе, я просто сыну дал почитать, он сказал, хороший текст, я теперь так и подписал, «Жизнь после жизни» текст, это я его опубликовал в Фейсбуке и ВКонтакте, и, значит, в комментариях мне бортпроводник Евгений Лапенок прислала стихи, вот, стихи мне сразу так этот торкнули, знаете, вот я говорю, у меня никогда не получалось, когда меня специально просили, кто-то подходил, приносил стихи свои или чужие, и просили что-нибудь написать. Вот за сколько уже, больше 30 лет, я ни разу, у меня не получилось что-то написать. Вот когда стихи попадают ко мне каким-то случайным образом от кого-то, и вот когда у меня раз, и сразу возникает вот это желание у самого, тогда получается песня. Вот как получилась эта песня, называется она... Ну, я так назвал, бывший бортпроводник, хоть говорят, что бывших не бывает, ну вот, у автора, это так, автор, мне помогли его быстренько найти, Андрей Звягин, вот он летал в Аэрофлоте, вот здесь сидит в зале. Вот. Мы быстренько с ним связались, кажется, в его стихотворении там взята строчка из моей песни, из ранней там курсантской, вот получается такой... Хороший круговорот творчества в природе. А как, значит, написала вот Евгения Лапенок, да, мы все из одной стаи, то есть мы летали там по разным городам, по эстафетам, в общем, эта жизнь, она что у экипажа, что у проводников, ну, во многом очень похожа. И, соответственно, одинаковые или очень похожие ощущения возникают, когда эта работа заканчивается, ну, как раз на эту тему эта песня. Не вскакивая на рассвете, твой кофе в графике забит, и выходные в воскресенье, но гул турбин в ушах звенит, но гул турбин в ушах звенит, и нет от этого спасения. Тоскуешь ты по городам, где был ни раз, ни два, ни десять. Бортпроводник он как цыган, оседлой жизни омут пресен. В аэропорт попав опять, слегка заноют где-то нервы, и будешь долго повторять, и будешь долго повторять. Я не последний. Ностальгия достает, ты сам того не замечаешь, как в небе каждый самолет подолгу взглядом провожаешь. Иной у жизни ритм бывает, но рвутся крылья к солнцу выше, и часто по ночам летает, и
часто по ночам летает бортпроводник с приставкой бывший. По ночам летает бортпроводник с приставкой бывшей. Андрей Звягинцев. Проводник из аэрофлота. Летал на самолете А-310, на котором я позже летал командиром.